Дамы и господа, сегодня мне выпала честь открыть первые зимние олимпийские трэш-игры. И я с гордостью сообщаю о том, что с предыдущих олимпийских летних трэш-игр количество участников возросло на 25%. К нам присоединился Монгол. Да, соревнования обрели международный статус, и также участвуют наши любимчики. Пуська, Алкаш, Старый и Карли. Звучит нейтральный гимн первых зимних олимпийских трэш-игр. Сегодня в зимних олимпийских трэш-играх дисциплина «Стояние в хоккейных воротах почти без защиты и отбивание теннисных мячей, заполненных водой, потому что шайбами был бы совсем пиздец, ведь пенальти пробивают профессиональные хоккеисты». Среди четырех мужчин и одного монгола весовой категории до 90 килограммов и возрасте до 33 лет. Зимний олимпийский трэш-комитет по безопасности и адекватности вообще всего происходящего запретил использование хоккейных шайб в испытании. Вместо них будут использованы теннисные мячики до краев, заполненные водой, что по весу в принципе одинаково, но позволяет избежать переломов. Олимпийский трэш-комитет по безопасности и адекватности вообще всего происходящего против жестокости сверхнеобходимого. Первым на лед приглашается Монгол. Мои первые трэш-игры. Давай, удачи. Давай. Инвалидус. Монгольеро. Слава монгольскому народу навсегда. Ну что, готов? Бля, ну почему? Блядь. Ловлю. Руками. Мне кажется, это не смешно, потому что вы там все стоять будете. Отличная игра! Это пиздец, блядь! Я надеюсь, монголы выиграют этот сезон! Молодец, это было классно! Как ты? Молодец! Это же так ужасно! У меня сейчас все в пузырях нахуй будет! Главное, пузырь — это вот он! Это мама! Бля, вы, короче, мертвецы! Вам пизда! Это ваше первое выступление в олимпийских трэш-играх. Как ваши впечатления? У меня с самого начала был какой-то план, и я его придерживался. Еще пару ударов, и я бы деградировал. Можно посвежее мемом, пожалуйста? Я очень часто путаю жеребенка. А где моя мама?
Все, всем спасибо. На этом фотосессия окончена. Встретимся с вами после следующего трэш-олимпийского дня. Че? Слушай, в чем твой секрет? Почему тебя так все любят, а? Все очень просто. Нужно постоянно удивлять людей. И тогда они будут тебя постоянно любить. Ну, не знаю. Ну, раньше с этим фокусники вот справлялись. Это как те, что ли? Нет! Нет! Стоп! Стоп! Нет! 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 Стоп! Стоп! Да! 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 Не, этим сейчас уже никого не удивишь. Ты чего? А, я понял. Ты что делаешь? Стоп! 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 Ты чего? Нет! Ты вообще ничего не понял? Все гораздо проще. Вот, смотри, приложуха. Квай. Вот благодаря ей можно стать популярным вообще на раз. Все просто. Главное, побольше снимай видео и прямо в ней редактируешь, стикеры подкладываешь, музыкальный дубляж делаешь. Понимаешь? А, окей. Я тогда создам там профиль, клик-клак, залью какие-нибудь эксклюзивчики с Бали, поугараю и посмотрим, что из этого получится. Ну, посмотрим, только когда скачаешь эту прогу себе на телефон. Это мой телефон. Ссылку на прогу вот здесь в описании найдешь. Не забудь потом оставить ссылку на свой канал, чтобы я посмотрел, что ты там наснимал. Псих. На лед приглашается Пуська. Пиздец, это охуенно больно, блядь. Ну ты умрешь. Удачи, соколик. Спасибо. О, бля. Блядь. Давай, Илюха. Нет! Давай. Ой, бля, кто первый-то? Ты пиши, защищай. Ёб твою мать. Ворота, ворота. Ворота, ворота. Я уже тачку избрал. Вернись в ворота, сейчас штрафной будет. Куда ты пошел, Линч? Сейчас, ребят, погоди. Догоняйте его! Догоняйте его! И пиздите парню! Кто чемпион? Как попочка! Что это было? Как ты мог? Ты просто сбежал за ворота. Ты сбежал за ворота, братан. Это не спортивное трэш-поведение. Мне в жопе не привыкать. Короче, когда я убегал за ворота, я упал, и мне один шарик. Прям я такое чувствую рядом с яйцами. Ё-моё. Это была жопная защита. Отличная игра. Как ваши впечатления от вашего выступления? На самом деле, многим может показаться, что я испугался и спрятался за воротами, но на самом деле я играл в защите, и это был тактический отход. Отход Пуськи? Нет, тактический отход. Тактический отход Пуськи? Нет. Да. Колбанил. К воротам приглашается Карлик. Порву сюда! Кого? Комбинезон? Ой! Ой! Прям в его торт попал! Отбивай, лечи, отбивай! Отбивай! Порву! Ой!
победа! Бля, там еще шлем слетел. Но не упал ни разу зато. Ну ты как? Не больно, да? Ты как будто... Узнаешь нас? Илюшка, Юра, Руслан. Сколько нас? Сколько? Оно несколько раз прилетало в голову. А глушило тебя? Чего, скажите? Подожди, кто-то два пустить, давай. Тебя как зовут? Дарт, еще ебанул. Это странная фамилия. Потому что я победитель! Как впечатление от игры? Отлично. Это была разминка. В следующих играх я буду побеждать всех этих дряхлых стариков, которые стоят там и разваливаются за кадром. Как только на их камеры снимают, они такие: «У-у-у! Мы молодежь! Тусуемся рядом с молодым и свежим Ильдаром! Е-е-е! Давайте соревноваться!» Но все мы прекрасно понимаем, кто засунет хуй победы в их глотки разочарований. Я. Вы согласны? На лед выползает алкаш. Ну, алкаш тебе не впервой. Да у меня проблемы, я в семейных трусиках. И... Опять тебя двое будут избивать. Давай. А ему точно можно, он же скрипач. Сейчас все. Я не знал, что этим можно воспользоваться. Подождите, мячи ближе. Блядь, Жора. Ну мячи же реально, блядь, ближе, чем у Ильича, например. Да давай, там, конечно, ближе у тебя. Чуваки. Помните, в театре лицедеи серебряные львы, там, зеленый клоун. Я вас никогда же не обижал, блядь. Я скрипач, ребята. По яичкам бейте. Сука. Скрипачу тоже не нужно. Они плотно идут. Так держать, давай. Ой, блядь. Сука. Ой, блядь. Ну лови! Ну Жоре тоже можно! Остаточный. Вы видели, как я отбивал? Да! Че, настоящий можешь играть? Все нормально, он сможет играть на скрипке, все хорошо. Ну не сгибай. Давай этого Страдивари держать можешь? Все. Ага, так, да. Ну все. Все, помнит, нормально. Я просто в башню прилетала? В голову прилетала? Прилетела, пиздец, вот сюда рядом, сука. Как впечатление от игры? Ну, я как человек с музыкальным образованием и с владением инструмента вообще доволен собой. Мне очень недоволен своими товарищами, которые побросали ворота, побежали как девки. Я был готов стоять до конца. Ну, к примеру. Ну, такое. Ну, было. Спасибо. К воротам приглашается старый. Пошел ты в жопу. Ты о чем, блядь, толстый договорился? Ты его больше обзывай, братан. Он еще сильнее договорился. Старенький, давай. Давай, последний бой. Блядь, хватит издеваться над старым. Ну, у меня шарфик развязался. Не умри. И не описывайся. Ну, а правда, видно не будет все равно. У меня с хоккеем плохо. И вообще все плохо с этим, блядь. Надежда большого спорта. Так, стоп. Подождите. Блядь! Поехали! Тихо, блядь! Это плохая тактика. Блядь! Он даже не видит ничего, блядь! Боря, я тебя спину! Он не пропускает за то, что... Ай, солнышко! Давай! Очко! Я стоял, я держался! Все, нет! Сколько было? По-моему, больше 9. Что случилось? По-моему, мне... Да ты хорошо справился, Ночку нормально. Отбили, блин. Да нормально все было. Фок. Спасибо. Как впечатление от игры?
И первое место в дисциплине – стояние в хоккейных воротах почти без защиты и отбивание теннисных мячей, заполненных водой, потому что шайбами был бы совсем пиздец, ведь пенальти пробивают профессиональные хоккеисты среди 4 мужчин и 1 монгола в весовой категории до 90 килограммов и в возрасте до 33 лет занимает старый. Вот и разыгран первый комплект медалей в дисциплине «Стояние в хоккейных воротах почти без защиты и отбивание теннисных мячей, заполненных водой, потому что шайбами был бы совсем пиздец, ведь пенальти пробивают профессиональные хоккеисты среди 4 мужчин и 1 монгола в весовой категории до 90 килограммов и возрасте до 33 лет».